Традиционную еженедельную планерку главы открывает вопрос работы в системе добродел и с соцсетями муниципалитета. За неделю удалось устранить технические моменты, и в итоговых результатах наметились позитивные сдвиги. Но иногда человеческий фактор дает о себе знать, и сбой происходит там, где его не ожидают. Андрей Иванов подчеркнул, что нужно стремиться в самые короткие сроки отрабатывать обращения жителей. Качество и количество оперативных ответов в социальных сетях стало значительно лучше. Ну, конечно, еще далеко до идеала. Среди тех, кто отвечает быстрее всех, это Назаревское поселение, Большие Безёмы, Никольское и Кубинка. Основная часть совещания была отведена обсуждению работ по благоустройству дворовых территорий, ремонту подъездов и устранению ям. В этих вопросах большинство поселений выходят на финишную прямую. Есть небольшие западания, но главы заверили, что все объекты будут завершены в срок. Разряд поселений выполнен задач по ямам. По ямочному ремонту на 100%, но ряд поселений тоже значительно отстали. Не приступили до сих пор к ремонту Кубинка, Лесной городок и Никольская. Очень низкий процент по исполнению у Одинцова, всего лишь 22%. Муниципалитет преображается. В этом году бюджетом области и района выделены достаточные средства, чтобы устранить проблемные точки, отремонтировать и привести в порядок придомовую территорию. Красота и уют должны быть повсеместно, а не только на центральной площади столицы Одинцовского района. Мария Шматкова, Евгений Муравлев, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».